Креветки Бурлингтон. Украшения. Бурлингтоне. Магазин Бурлингтон. Не, не натуральный камень, а стекло пластмасса. Ну, вот так. I would cut most of it over there with the two. It's the same. It's the same than this. Нежненько. Браслеты. Отдел сумок, но что-то совсем мало сумок. Даже нечего показать. Всякие носочки очень удобные. Очень удобные. Сзади вот такие штучки. Специально, чтобы они скользили. На всех носочках. На всех. На всех носочках. Вот так, чтобы не скользили. На всех. Сзади пятка не скользит, не выскальзывает. Вот на все. Домашние тапки. $7.08. Вот такие штучки удобные по резинке. На пляж точно. Удобно. $4.25. Да, вот такие штуки. Тут какие-то уже ботиночки появляются. Такого как бы топового порядка. Для Флориды. Так, просто показываю. Тоже маленький, по крайней мере. Так, посмотреть. Да, вот такие сапожки. Выше колена. Вот так. Какие-то фатюшки. Тёплые такие штучки. Такие тёплые, приятные. Ой, какая красота. Такое тёпленькое тут. Что? Платье. Платье. Не знаю, что буду выбирать. Посмотрю. Вот что-нибудь померяю.
Ну, сейчас искать свой размер. Это мужская обувь. Носочки. Ну что, чемоданы? Чемоданы. Стоят по-разному. И $59. Это сколько стоит? Не вижу, сколько стоит. А, 70. 59, 70. Такая чемодан. Что, мужское дело? Большого. А здесь все постельное. Мужское такое вот отдел большой. Это... постельные вещи. Такие, да.